Собранные следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Республики Мордовия. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации. Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц, не достигших 14-летнего возраста. Следствием и судом установлено, что в 2016 году осужденный совершил развратные действия в отношении двух мальчиков в возрасте 12 и 13 лет, которые находились у него в гостях в городе Саранске. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Наталья Кривачкова, помощник следователя следственного отдела Следственного управления по Республике Мордовия.